Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами приготовим вот такой кисломолочный суп сапас. Готовим кисломолочный суп, но для начала бур засыпаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Варим до полуготовности. Добавляем мацони, яйца, сметану, и муку. Все это перемешиваем. Добавляем сюда булгур и перемешиваем. Заливаем кипятком. Ставим на огонь. Варим до готовности булгура. Добавляем соль и зелень. Перемешиваем. По желанию еще добавляем сливочное масло. Наш суп готов. Оставляем на 5 минут. А потом подаем к столу. Вот такой вкусный и полезный суп получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!